Память жертв Голодомора почтили в посольстве США. В ведомстве отметили, Америка помнит о трагедии, которую совершила советская власть. Временно поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор записал видеообращение. Дипломат отметил: Вашингтон вместе с народом Украины. В 1932-1933 Сталин и советский режим сознательно заморили голодом миллионы украинцев. Это был искусственный голод, это была трагедия, это было преступление. Принимали законы, чтобы усилить этот голод. Среди них закон о пяти колосках. И эти колоски напоминают нам о жертвах Голодомора. Мы никогда не забудем Голодомор и его жертвы.